Здравствуйте, скажите, в Саратове первый скрининг не входит плацентарный фактор роста. Это вот я тоже узнал, что к нам приезжают пациентки из разных городов. И если сдать его дополнительно платно, будет ли анализ информативный? Да, безусловно. Просто самое главное, чтобы правильным образом посчитали МОМ. И очень важно в этом случае, чтобы было внутри скрининга определение кровотока в маточных артериях, и тогда просто можно посчитать эти общие риски, которые связаны с рисками при эклампсии. Поэтому я думаю, что можно вполне дополнить этот скрининг вот анализом на плацентарный фактор роста. Желательно, чтобы по времени анализ на плацентарный фактор роста просто совпадал с этим скринингом, и тогда можно посчитать факторы риска. Здесь самое, иногда бывает, понимаете, какой здесь нюанс, что сами медианы могут между лабораториями немножко различаться, поэтому и реактивы могут немножко различаться вот на ХГЧ и на ПАП-А, поэтому всегда здесь существует определенная погрешность, но она, как правило, незначима. Поэтому, если нам приносят вот эти дополнительные анализы, мы просто вводим их в компьютер и просчитываем в своей компьютерной программе для того, чтобы выдать уже обобщенные факторы риска и по хромосомным аномалиям.